наш знаменитый Пьеро, который с удовольствием продолжает воплощать этот образ на концертной эстраде, когда поет романсы Вертинского. Андрей Межелес. Песня на стихи Валерия Брюсова, а музыку написала наша с вами современница Светлана Петрова, однофамилица композитора Петрова. Я смело могу отнести эту песню абсолютно к жанру романса. И сейчас она для вас прозвучит. Я имени тебе не знаю, не назову, но я в мечтах тебя ласкаю и наяву. Ты в зеркале еще безгрешней, прижимись ко мне. Но как решить, что в жизни внешней и что во сне? Я слышу, Нил, закрыты ставни, песчаный зной. Или это только бред недавний, ты не со мной? Или, может, все в мгновенной смене и нет имен? И мы с тобой летим, как тени, как чей-то сон. Я имени тебе не знаю, не назову, но я в мечтах тебя ласкаю и наяву. Ты в зеркале еще безгрешней, прижимись ко мне. Но как решить, что в жизни внешней и что во сне? Я имени тебе не знаю, я имени тебе не знаю, я имени тебе не знаю, не назову.